Носителей чувашского языка год от года становится все меньше. К тому же, как могли заметить чебоксарцы, название некоторых остановок общественного транспорта, часть вывесок написана теперь только на русском. Языковеды бьют тревогу, ведь нововведение может еще больше поспособствовать искоренению национального языка. На днях в Чувашском государственном институте гуманитарных наук прошел совет, посвященный проблемам чувашского языка. Положено начало выпуску первого толкового словаря на чувашском в 7 томах, издан фразеологический словарь. Но в то же время увеличилось количество одноязычных надписей, как то в названиях улиц, парков и организаций. В соответствии с статьей 20 закона о языках, названия остановок общественного транспорта должны быть написаны на двух государственных языках, как и надписи с названием улиц. Это придает пейзажу города его красивую специфическую двуязычную атмосферу. Недовольство вызвало и то, что даже афиши ко дню рождения республики и города были развешаны только на русском, кроме одной-двух. Как в дальнейшем будет исполняться закон о языках и кто будет за этим следить – еще один вопрос, который предстоит решить Госсовету Чувашии.